Для жителей города Одинцово весело, задорно и энергично открылся веревочный тролль-парк. Здесь будет интересно, увлекательно всем, и взрослым, и детям, разные активности. А еще этот парк будет работать круглый год. Веревочные качели, мостики и мини-скалодром. Здесь можно ползать, прыгать, бегать, причем абсолютно безопасно. Веселый отдых с пользой для здоровья. По счастливым улыбкам ребят понятно, тролль-парк пришелся им по вкусу. Давай, мальчик, быстрее! В Лазутинском парке много активностей, но именно такого пространства не хватало. Преимущество новой площадки оценила и 4-летняя Варя. Часто гуляет здесь с мамой. Живут поблизости. Парк для них постоянное место времяпрепровождения. Мне очень нравится здесь. Мне нравится бегать и лазить повсюду. Сильно. Ох, аккуратно. Очень-очень сильно нравится. Хорошее впечатление, очень нравится. Ребенок лазит, главное, безопасно. Она прыгает, радуется, это самое главное. Такой новогодний подарок взрослым и детям сделал глава округа. Парк строился по европейским стандартам. Прочный, надежный, компактный, из материалов высокого качества. Открытие тролль-парка мы готовили заранее, этот подарок. И сегодня, в общем-то, наши детки его как бы получили. Это подарок для всех. И для жителей, и для родителей. И мне кажется, вы знаете, когда наши дети радуются, счастливы, счастливы и родители. Гостья праздника – известная актриса Мирослава Карпович. В Лазутинском парке впервые. Говорит, не ожидала увидеть столько интересного. Я все посмотрела, мы с детворой все тоже, вот я с ним походила. Если бы мне было чуть поменьше, я бы даже не сомневаясь, вот ринулась бы туда поползать. Это очень круто. И то, что в нынешнее время техники, которые есть в домах у семей, и то, что дети все время играются вот там, в эти все планшеты, мультики, и сейчас столько всего есть для детей. И когда есть на улице такой досуг, то это большой плюс. Вместе с веревочным парком открылась и резиденция Деда Мороза, но не обычная, а спортивная. Одинцовский дедушка будет приобщать всех ребят к спорту. Станция работает каждый день. Здесь можно провести фотосессию и даже сыграть в шахматы с самим Дедом Морозом. В общем, предновогодний досуг в нашем округе обеспечен, а программа обещает быть очень насыщенной. Влада Шишова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».